Совет Федерации одобрил закон, позволяющий приютам для животных и организациям по вопросам семьи и детей получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций. Как пишет Интерфакс, они получат право претендовать на господдержку. Действительно ли это поможет защитникам братьев наших меньших? Об этом в нашем следующем материале выпуска. Федеральным законом расширяется практика поддержки некоммерческого сектора и развития участия социально ориентированных организаций в реализации государственной политики в разных областях. Об этом заявили в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, комментируя законодательную новеллу. То, что Совет Федерации одобрил закон, позволяющий приютам рассчитывать на господдержку, это здорово и замечательно. Но я не думаю, что это вряд ли как-то кардинально может повлиять и изменить работу фондов. Так прокомментировал этот закон руководитель фонда Love Animals, основавший один из крупнейших в Тверской области приютов для бездомных животных. Напомним, что согласно новому закону, организаторы таких учреждений также вроде как получают право на господдержку. Однако, по словам Ольги Рябовой, она с коллегами ждет и других шагов от государства. Возможно бы какие-то программы налогового льготного обложения для коммерческих организаций, ну вот что-то в таком подобном роде было бы замечательно, потому что приютам необходима финансовая поддержка. Кроме того, хорошим вариантом является закон о государственно-частном партнерстве, который бы дал послабление для бизнеса в обмен на помощь приютам. Например, в закупке вольеров, оплате коммунальных расходов или обеспечении продовольствием.